Сегодня в Беларуси стартует приемная кампания «Высшие учебные заведения». Она традиционно состоит из трех частей – подача документов, сдача внутренних экзаменов при необходимости и зачисление. На бюджетную форму обучения по 26 июля, на платную – по 9 августа. 55 тысяч абитуриентов. Столько смогут поступить в вузы в этом году. На бюджет без малого 28 тысяч. В Беларуси с этого дня повышается стоимость автомобильного топлива. Она выросла на 1 копейку. Так, цена 92-го бензина составит рубль 92 копейки, 95-го и дизельного – 2 рубля 2 копейки, 98-го – 2 рубля 24 копейки. Массовая уборка зерновых и бобовых культур стартовала в Беларуси. Уже обмолотили почти 120 тысяч гектаров без кукурузы, гречихи и проса, что составляет почти 6% от запланированных площадей. В Могилевской области этот показатель перешагнул отметку в 3 тысячи гектаров. Всего в стране намолочено 417 тысяч тонн. Накануне в Бобруйске из-за прохождения грозового фронта и шквалистого ветра, достигавшего 15 метров в секунду, повреждены 12 автомобилей и шифер кровли частного дома. Зафиксировано 10 случаев падения деревьев, пострадавших нет. Осадки по-прежнему ожидаются в отдельных районах республики. Будет уже не так жарко, как ранее. Температура не превысит 30 градусов. Международный пленэр по керамике «Арт-Жижель» 17-й раз проходит в Бобруйске. В нем принимают участие 17 профессионалов из Грузии, Белоруссии, Молдовы, Перу, России и Украины. Тема – фольклор и мифология. Традиционное место дислокации – база отдыха Вербки на берегу Березины. Финал 2 августа. Завершится конкурс итоговой выставкой «Искусство живого огня» в городском художественном музее.